Полезный город. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Моя собеседница Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Добрый день, Татьяна. Добрый день. Сегодня затронем очень важную тему. Это взаимодействие управляющей компании с собственниками жилья. Не только собственники должны знать контакты управляющей организации, чтобы оперативно связываться с ней по возникающим вопросам, но и управляющая компания, соответственно, должна обладать списком контактов людей. Бывают ситуации, когда необходимо срочно выйти на того или иного хозяина квартиры, не так ли? Да, действительно, такие ситуации. Бывают. В основном чаще встречаются это в аварийных каких-то ситуациях. Или же вообще собственник, в принципе, не проживает на территории Кирова, Кировской области, где-то проживает в другом регионе, и нету никаких людей, кто бы мог оперативно обеспечить доступ. Поэтому мы всегда обращаемся к своим собственникам, собственникам домов, которые мы обслуживаем, управляем непосредственно, чтобы оставляли контактные данные тех людей, кто нам может обеспечить доступ. Но вот одна из недавних ситуаций, произошедших у нас, получается, в марте месяце, на одном из многоквартирных домов на 5-м этаже стала канализация. Прочистка канализации результата не давала, стали топить 3 квартиры снизу. Собственник на 4-м этаже у нас отсутствует, проживает в Москве, там же находится и ключ, то есть здесь никаких, в принципе, ни контактов, ни ключей, ничего нет. Прям серьезная ситуация. Да, серьезная ситуация. Очень хорошо, что у нас старшие по домам активны, я всегда этому очень радуюсь. У старшей по дому оказался номер телефона. Она нам его предоставила, непосредственно я связалась с собственником. Мы попросили ключ, и нам собственник доверился. Вот сегодня мы получили ключ, как раз сегодня мы эту ситуацию решаем. Хотя мы сделали все, чтобы собственники не остались без воды и без коммуникации. Оставляйте свои контактные данные, хотя бы если не управляющей компании, соседям по лестничной клетке. Доверяйте, общайтесь между собой, потому что это очень важно. Взаимодействие собственников и управляющей компании – это один из ключевых моментов благоприятной работы и для вас, и для нас. Ситуации бывают разные, ну и для чего еще необходимы контакты. Где-то какие-то, значит, работы необходимо провести, и, допустим, необходимо собственников по стояку попросить о том, чтобы они какое-то время не пользовались, допустим, этой же канализацией, когда мы меняем участки сетей именно на квартирах в нижних этажах, либо в подвале. Также бывает, когда служба газового хозяйства, они проводят проверки, или необходимо провести какие-то ремонтные работы, тоже нам необходимо предоставлять им контактные данные, тем более вопрос по газу сейчас очень остро стоит. Благодарю за эту важную информацию. Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Традиционно сообщаем координаты. Да, обратиться вы к нам можете в наш офис, который находится по адресу город Киров, улица Труда, 80А, помещение 1002. Также непосредственно вы можете позвонить к нам по телефону 43-72-72 или написать на адрес электронной почты, либо через обратную связь на сайте управляющей компании. Полезный город.